Да, Мариночка. Сережа, все, собирай вещи, текай, текай, уезжай с Пашкой срочным образом. Вот так вот, да? Вот так, серьезно, бери хотя бы Олю и Надюшку вывози. Ага, я понял тебя. Если есть возможность еще уехать, уезжайте. Угу. Все так серьезно, да? Да полностью, они расстреливают нас. Сережка, они расстреливают в упор нас. Марина, ты никак не выберешься, да? Нет, сейчас ребята подъедут, меня в центр заберут. Слышишь? Угу, да. Ой, пиздец. Все. Они просто стреляют в упор. Это кошмар. Марина, спрячься куда-нибудь. Ой, ёханый бабай. Это ужас какой-то. Сережа, если есть возможность... Да я понял тебя, родная, говорил тебе приезжать, ё-моё. А смогут тебя забрать сейчас в центр? Нет, получится, не получится. Сейчас, может быть, получится, ребята, обещаю. Все, я тебя понял. Марина, что ж делать, к вам же никто не прорвётся. Я думала, ничего. Я смелая, я такая трусиха. Да какая-то, какая смелость? Ебануться. Ты в доме? Где ты, Мари? Я здесь, в цеху, они просто идут. Меня некуда скрыть. Славянские людей расстреливают. Вот Марина плачет прям. Вот прям отстреляют выстрелы. Ебать. Да. Боже, они никого не жалеют, мама. В эфир, бегом, кричи. Кричи, Саня. Все, текайте, ребята, Марина, текайте. Спрячься. Спрячься. Куда? Не знаю, куда. У тебя подвал есть. Ну, так что же это такое? Алло. Да. Алло, алло, алло. Да, да, да. Марина, что, ну я ничем тебе, чем тебе помочь, родная. Я не знаю, прячься, прячься в подвал. Алло, ну, Маш. Уезжайте, уезжайте. Да я понял тебя, понял. Срочно, бери девчонок, уезжай, уезжай. Я понял тебя. Пипец. Ё-моё, прячься, пипец. Марина, прячься. Кошмар, Сережка, это кошмар. Все, собирайтесь, срочно. Все, Марин, сейчас начинаю. Если какая-то возможность, начинаю, я понял. Отвлекайте. Я понял тебя. Умоляю. Держись, родная, давай. Держись, пожалуйста. Не... Мариночка, спрячься. Да, да. Хорошо, тебе. Алло, они по улице собирай. Идут, да, прямо, или как? Да, они идут и, по улице, и в дома заходят, да? Да, да. Они обстреливают полностью, знаешь, на поражение ведут. Это кошмар. Все понятно. Сейчас я в эфир крикну, Марин, все, сейчас нужен телефон. По возможности перезвони, родная, пожалуйста. Хорошо. Все, сейчас в эфир надо Хорошо. Кричать, надо кричать. Давай, 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 а? Давай, Сережка. Ага.